Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Я сегодня хочу начать роспись вот такой вот тарелочки. А тарелочка это будет использоваться. Вот поэтому вот с этой стороны я приклеиваю рисунок. Приклеила на строительный скотч. И с этой стороны буду наносить контуры. Тарелочка 21 сантиметр. Икеевская, или 20, по-моему, не помню точно, или 20, или 21. Вот. Сначала что я сделаю? Я обведу рисунок контурами и затем буду расписывать акриловыми красками. Обводить, наверное, буду золотым контуром. Тарелку предварительно я обезжирила жидкостью для снятия лака. Так что тарелка чистая. Можно мистером мускулом, можно ацетоном, можно водкой или спиртом. У кого что есть. Ну что, приступим.